снимем эту комнату, где мы сидим. Может, кому-то надо будет. Очень печально, что при таких условиях. Это все фейки, это фейк, не верьте, это не мы сидим в подвале. Пока идет бомбежка, мы сидим в подвале. Вот, спускаюсь в бомбоубежище, потому что бомбят очень сильно. Кто уходит, кто приходит. Наконец-то мы на свободе. Ведутся страшные бои уже в Киеве, но мы победим. И этим оккупантам будет капец. Еще лестница. Ой, страшно на душе, жутко. Здесь можно зарядить телефоны. Такие комнаты. Люди лежат на полу. Спасибо расистам оккупантам. Здесь вообще тоже бедные на полу. Кто где? Говорить громко не буду. И так все понятно. Такое у нас бомбоубежище, слава богу, недалеко от дома. Здесь мы прячемся. Я сюда шла, как раз как бухнула, что я аж присела. Но это работала наша артиллерия. Артиллерия – бог войны. Вот так, будем жить.